Всем привет на канале Удачман. Сегодня мы с вами продолжаем тематику политики и миграционных отношений у нас в стране, в Германии. И тема сегодняшнего видео выпуска ⁇ Министр иностранных дел Аналена Бербок вновь отличилась, выступая со своей речью на встрече с промышленниками. Итак. В городе Потсдам она выступала в ремесленной палате перед представителями промышленных корпораций, перед представителями ремесленных фирм, со своей речью. И говорила о том, что в нашей стране очень срочно нужны мигранты, потому что у нас не хватает рабочих рук. Но проблема в том, что очень многие люди, которые живут в этой стране долго и родились в этой стране, выступают негативно по отношению к тем мигрантам, которые пытаются к нам приехать и устроиться здесь жить. Она сказала, что очень многие фирмы хотели бы, чтобы к ним пришли на работу мигранты, но в силу ряда обстоятельств эти фирмы не могут принимать мигрантов на работу, так как этим мигрантам большинство населения страны не дает зеленый свет вот в таких вот тонах, это Анна Лена Бербок высказывалась по теме того, что необходимо прекратить преследовать нелегальных мигрантов различными путями, пытающихся попасть в Германию. Далее она сказала, что к ней обращались промышленники и говорили, что было бы очень хорошо, просто замечательно, если бы к ним в фирму приходили мигранты и устраивались на работу. Промышленники уже готовы с распростертыми объятиями принимать этих мигрантов. Но, к сожалению, в народе бытует мнение, что черное это черное, а белое это белое. То есть все мигранты косятся под одну гребенку. Так она сказала на встрече с промышленниками в промышленной палате в городе Потсдам. Когда ей задали вопрос, а что она скажет по поводу э, вот этого вот скандала, в котором замешана она и Министерство иностранных дел по выдаче виз по подложным документам, Аналина Бербок не ожидала, во-первых, что ей зададут такой вопрос на встрече с промышленниками. Она вяло отнекивалась тем, что э, эти случаи уже обрабатываются опыт ошибок из этих случаев будет учтен в будущем с теми мигрантами которые прибыли сюда в германию работают компетентные органы и не все мигранты приехавшие сюда по подложным документам оказались нелегальными криминальными элементами то есть она пытается хоть как-то оправдать свои вот эти вот поступки не только свои, но и своего министерства иностранных дел. Однако же с итогом социального опроса среди населения люди в Германии выступают категорически против засилья вот этой неконтролируемой волны нелегальных мигрантов, идущих из Сирии и Афганистана. На улицах людей спрашивали корреспонденты, как они относятся к вот этой вот волне мигрантов. И многие люди говорили, что если бы эти мигранты вели себя нормально, как добропорядочные граждане, то к ним бы никто не имел никаких претензий. Но когда эти мигранты приезжают сюда и в течение нескольких лет просто так ходят, получают социальные пособия, э распускают хаос на улицах, дебоширят, нападают с ножом то друг на друга, то на простых граждан, Этих мигрантов, естественно, никто не хочет видеть здесь в стране. Но Аналену Бербок это не интересует. Она, так же, как и Роберт Хабик который уперся в то, что нужно отключить все атомные электростанции, потому что атомная энергия – это яд, нужно питаться только ветряной и солнечной энергией, она так же, как и он, утверждает, что Германии просто необходимы мигранты, необходимы рабочие руки, потому что промышленность Германии, как вы сами заметили, сказала она в последние несколько лет, пошла в рецессию. Почему пошла промышленность в такой упадок? Потому что у нас у власти находится в основном партия зеленых, продвигающая свои идиотские, извините за прямуту, проекты в жизнь. И причем у них это все получается хорошо. Далее, когда она высказывалась по поводу того, что не хватает рабочих рук, нам нужны мигранты, нам нужны те, нам нужны эти, никто не спорит, никто не спорит. Допустим. Среди врачей у нас, у вас в частности в Баварии, работает очень много в клиниках, очень много людей, выходцев, допустим, из азиатских стран. Есть люди из Ирана, есть врачи из Ирака, есть врачи из Афганистана. Это действительно граждане этих стран, о которых я сейчас сказал, и они работают здесь уже не первый год, не первые десятилетия, они переучились, подтвердили свои квалификации и работают. Такие мигранты, естественно, нужны всем, потому что они приехали делиться опытом и, как врачи, лечить людей, неважно какой они национальности. Как сказал один гость в передаче на канале ЦДФ, касаемой тематики вот этих вот исламизации государства и так далее, он сказал, что если вы проповедуете, исповедуете ислам у себя дома или приватно, то ради Бога, вам никто слова не скажет. Но когда вы, выходя на улицу, начинаете кричать, что ислам – это самая миролюбивая политика, и если с вами кто-то не согласится, вы тут же пытаетесь его прыгнуть ножом, ведь это уже называется радикальный ислам, которому нет места в демократическом обществе. И Анна Лена Бербок знает это. Она прекрасно осведомлена о том, какие случаи уголовных вот этих вот криминальных деликтов относятся по статистике из полиции на часть вот этих вот нелегальных мигрантов, в основном-то нелегальных мигрантов из Сирии и Афганистана, и какие случаи относятся на, скажем так, коренное население. И вот в этом вот процентном соотношении практически на 35-37% совершается преступлений со стороны вот этих афганцев, сирийцев, тунисцев больше, чем со стороны э, живущих в Германии немцев. Она все это прекрасно знает. И тем не менее она попыталась своей речью заручиться поддержкой вот этих вот крупных промышленников на случай будущих выборов в Бундестаг в следующем году. Потому что когда она сказала, что мы будем бороться за то, чтобы к нам в Германию прибывало как можно больше мигрантов, для того, чтобы все наши фирмы могли заполнить свои вот эти вот пустые пробелы, вот эти вот пустые места и устроить вот этих мигрантов к себе на работу, мы приложим все усилия, сказала она, для того, чтобы эти мигранты прибывали к нам в страну. Буквально вот в прошлом году у нас правительство открыло программу обмена врачами и медперсоналом с Колумбией и Венесуэлой. Многие врачи... Сказали, пожалуйста, если это действительно специалисты, мы ничего не имеем против, пусть приезжают. Но когда это, эту программу открыли, то, к сожалению, из Колумбии и Венесуэлы приехало буквально, можно по пальцам сосчитать вот этих врачей или медперсонала на всю Германию. Тем более, что в этом случае правительство говорило, что у нас не хватает персонала в в сфере ухода за больными, за тяжело больными, вот в этих вот э, альтенхаймах, в этих домах престарелых и так далее. Они говорили, что, пожалуйста, вот эти вот медсестры там из Бразилии, Венесуэлы, э, Колумбии, пожалуйста, приезжайте. Есть такие люди, но их катастрофически мало, катастрофически мало. Но Аналена Бербок пытается идти в разрез с тем, что народу не хочется, чтобы к нам в страну прибывали нелегальные криминальные элементы под видом добродушных мигрантов. Она вместо того, чтобы требовать от э, вот этих промышленников давать места обучения немецкой молодежи, которая вот сейчас закончила, кто девятый класс закончил после вот этой вот Миттельшуле, кто закончил после десятого класса вот эту Триальшуле, чтобы давать места вот этим вот ученикам, обучать их профессиям по два-по три года, давать им возможность строить карьеру. Она говорит, что нет, нужно сейчас в первую очередь показать всем этим мигрантам, которые пытаются к нам приехать, что мы встречаем их с объятиями и фак по факту повторяем слова Ангелы Меркель: "Вершавандаст", то есть мы с этим справимся. Ангела Меркель уже несколько лет нет у власти, но она каждый день икается каждому второму гражданину Германии, когда эти люди сталкиваются на улицах с вот этим вот беспределом со стороны тунисских мигрантов, нелегалов со стороны сирийцев, которых здесь пруд пруди со стороны афганцев. Здесь в Германии, кстати, есть афганская община, но эти люди живут точно так же, как вот эти вот турецко-подданные, да? Они живут тихо, мирно, они работают, они занимаются своими делами, у них семьи, у некоторых даже есть собственные дома, они живут, и никакого отношения к исламизации или к радикальному исламу не имеют и иметь не хотят. Так почему же Аналена Бербок так сильно упирается в вопрос, что нужно вновь открыть все границы для того, чтобы в Германию пришли мигранты? Для чего она это делает? Это корыстная цель, с одной стороны, по отношению к промышленникам, по отношению к населению страны, в том, чтобы заручиться поддержкой, как я уже говорил ранее, на будущих выборах в Бундестаг. Потому что партия зеленых в этом году потерпела крах, и она все больше и больше теряет в процентном отношении по сравнению с другими партиями, с теми же консерваторами, допустим, ЦДУ или ЦСУ. Эта партия теряет. Но по счастливой случайности они всунулись в Бундестаг, так как они входили в коалицию с СПД. Фридрих Мерц, который, которому пророчат кресло канцлера в следующем году, заявил открыто, что они, партии, вот этот союз, коалиция ХДС-ХСС, если они придут к власти и возьмут большинство голосов и мест в Бундестаге, они будут добиваться максимально большого количества мест для нормальных партий, чтобы как можно быстрее изгнать зеленых из парламента. Потому что по словам ведущих политиков от альянса ХДС-ХСС, Благодаря зеленым Германия опустилась в, в сумасшедшую рецессию, и вряд ли, когда из этой рецессии выйдет, если зеленые и дальше будут вставлять палки в колеса промышленности, будут кричать, что нам нужны мигранты как можно больше, 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 будут требовать, чтобы те люди, которые сегодня работают, работали до пенсионного возраста уже не 67 или 69 лет, а до 75 лет. Надо же как-то кормить этих нелегальных мигрантов, которые прибывают сюда нескончаемым потоком ежедневно. Надо же как-то кормить вот этих вот парламентариев тех же самых зеленых. Надо же с каких-то денег оплачивать в месяц 11,5 с половиной тысяч за стрижку и стилиста для Аналены Бербок, чтобы она не выглядела как э, вот этот, как же его звали, Страшилла из волшебника из Убрудного города, чтобы она более-менее выглядела. Откуда-то же надо брать деньги для этого. Вот они и требуют, чтобы больше принимали мигрантов, но местное население, чтобы дольше работало. Даже Роберт Хабик как-то сказал, мы не против того, чтобы люди работали дольше. Если хотят, пожалуйста, хоть до 70, хоть до 80 лет, если вам позволяет здоровье, мы этому будем только рады. То есть он автоматически как бы намекает на то, что граждане, если вы будете работать до 70, мы вам поднимем пенсионный ценз еще на несколько лет. Фигачьте, фигачьте, а мы на вас только поездим. Честно по отношению к людям? Нет, не честно. Тем более, что когда вот эти вот политики после 4 лет или 5 лет заседаний в своем парламенте или в Ландтаге уходя на свой пенсион, до скончания жизни получают ежемесячно минимум 10, а то 15 тысяч евро, это отвратительно. Им наплевать, так же как древнеримским патрициям, наплевать на вот этих плебеев, наплевать на свой народ. Главное, чтобы в своем кармане что-то звенело, шевелилось, шуршало, а народ ну как-нибудь перебьется. Помните, как у Филатова э, в сказке про Федота Стрельца Утром мажу бутерброд сразу мысль, а как народ? Тут и чай не льется в глотку, и икра не лезет в рот. Вот примерно так по такому принципу живут и немецкие ведущие политики. Кто-то наживается на труде простых рабочих, кто-то паразитирует на труде простых рабочих, и только единицы, как вот Альянс, пытаются спасти экономическое и промышленное состояние страны, чтобы она, как говорили раньше, и дальше оставалась локомотивом всего Евросоюза вместе с Францией. До выхода Англии из ЕС было три страны, которые тянули Евросоюз. Это были Англия, Франция и Германия. Сейчас осталось только две. Франция и Германия. Остальные так по чуть-чуть ни шатка, ни валка, но пытаются как-то поддерживать тоже вот эту вот кассу социальную и экономическую в Евросоюзе. Но если Германия упадет в аут, то тогда и Евросоюзу будут кранты. А может быть этого и добиваются наши зеленые? Может быть поэтому, заручившись огромным количеством голосов зеленых, Урсула фон дер Ляйен вновь стала председателем Еврокомиссии. В Европарламенте. Кстати, депутат от э, польского сейма в Европарламенте открыто ей заявила: Госпожа фон дер Ляйен, ваше место не в парламенте, ваше место в тюрьме за решеткой, когда мы вас там увидим. Это, конечно, было скандалом, это была правда. Это женщина, которая осмелилась вот так вот открыто сказать вот этой вот дамочке то, что она заслуживает. Но, тем не менее, эта дамочка, благодаря голосам зеленых, вновь стоит у власти в Европарламенте. Вот такие вот дела. У меня на сегодня новостей больше нет. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, подумать о том, что вы услышали и увидели. Ну и, конечно же, если кто желает поддержать наш канал финансово, под описанием каждом видео ссылочки на донаты или в конце видео. QR-коды переходите, и мы вам благодарны. Вот такие вот дела. Всем удачи, не болейте. Пока.